сегодня ему 100 лет исполнилось бы. Что можете про него рассказать? Вы знаете, я здесь живу недавно, поэтому ничего не могу сказать. А про Андропова? Андропова, вы знаете? Я знаю, что он был в СССР. Генсек. Да, генсек СССР. Не очень большой период, но довольно-таки... А сколько времени? Года два, да? Насколько я помню. А каким он был? Каким он был, чем запомнился нашему поколению, не скажете. Как вас зовут, можно узнать? Марина. Марина, ваш возраст и профессию? Юрист. Юрист? Да. Спасибо. Теперь вам большое.